буду потихоньку шкурить, убирать ржавчину. Ну, насколько получится, конечно. Я, конечно, нечепительный человек. Делаю до того момента, когда мне не надоест. Попробую хорошенько отшкурить. Пройдусь железной щеткой, с болгаркой и шкурочкой. Будет, если возможность, либо купить, либо найду грунтовку, сгрунтую и буду красить. Если не будет грунтовки, то сделаю только на черную краску. Ну, какая есть дома, конечно. Покупать ничего не буду. Вот. Пойду шкурить. Приготовлю. Вот такую шкурку еще. Долго ты прошелся, вот возьму. Щеткой особо не получается. Железной щеткой бесполезно, поэтому убираю и работаю болгаркой. Покажу, что получилось. Ну, вот так вот получается. Ну, нельзя забывать одевать очки. Если попадет искра в глаз, железка маленькая, то последствия будут печальными. Сейчас мы оденем и продолжим.
Вот такие очки. В одном месте нашел шов, где я варил. Косяк надо будет заварить, потому что с двух сторон маленькая дырка осталась. Потому что дуги мы гнули. Сейчас покажу это место. Будем заваривать обратно. Почему я хочу сразу сделать? Потому что если переключиться на другую работу, обычно это забывается и остается. Поэтому заносим дугу и варим. Пытаемся отсюда. Тут пару швов. Обычно запитываюсь с другой сети. Воспользуемся этим быстренько. Так. Будем заваривать тот шов, который осталось. Дуга готова. Место подготовили. Поехали. Можно и работать. Это место будем добавим. Готово. Теперь можно дальше шкурить. Сразу буду косяки убирать, чтобы не остались, чтобы каркас был надежным. Каждую сторону буду пробовать шлифовать. Получается, конечно, не очень как хотелось бы, но все равно чистить. Вот это, она, конечно, где-то двойку, тройку, наверное, надо пожестче взять сейчас. Вот эти, может, даже будет с жесткостью. Вот что получается. Это тоже особо не берет. Ладно, пройдемся болгаркой.
И на этом пока что хватит. Хорошо было бы, если бы была антикоррозийная кислота, которой проходишь и смываешь, убираешь. Но у меня под рукой его нет, к сожалению. Ладно, буду работать дальше болгаркой. Работать в очках. Главное здоровье. Без глаз останешься. У нас лечение очень дорогое удовольствие в наше время. Вот как-то так. Конечно. Проблематично. Нужен, конечно, вот этот коррозин, который можно просто пройтись. И было бы намного быстрее и удобнее. Приходится как-то делать удобство. Как говорится, импровизируй, как в армии, и все получится.
как-то так. Сейчас покажу, что получается. Ну, чистит. Неплохо, конечно. Вот, вот эти, конечно, места. Вот эти. Все-таки, если чем-то таким пройтись бы, чисто, со временем, чтобы коррозия снова не пошла, было бы вообще хорошо, идеально. Ну, я думал, сегодня закончу с покраской. Маленько после обеда начал. Поэтому успеть бы отшлифовать, было бы уже круто. Все, дальше работаем. Поехали. На, видишь, мынандай. Не тишкляры, короче, шакулайн. Мавлай, мавлай. Кир коррозия китавит не дулалардан. Шуга. Награк барганда шабурин, конечно. Сейчас на болгарке попробую поменять круг на вот такую. Ни разу не работал. Не сталкивался. Сколько лет лепестком работаю. Попробую для интереса лепесток крупный поменять на вот такую. Даже не знаю, как она называется. Попробуем его. Какая она в работе. Интересно очень. И подай лед, идет ли к болгарке, конечно, еще. Опа. Кнопочка сломана, поэтому приходится отверкой. В тот раз не смог снять, начать ремонтировать, подготавливать прицеп. Пасеки. Вот. Она еще и не подходит, мне кажется. Что-то царапнется. Ну ладно, пускай попробуем вот так вот. Попробую. Вроде и не сильно шкребет. Испытаем в работе. Так, дополнительно одену вот такой шлем. Боюсь, может сломаться и попасть на лицо. Как бы это будет очень неприятно, поэтому беречь надо глаза, главное. Пойдем пробовать. Пробуем то, что на земле. Ой,
Ух ты, какой результат. Вообще поразил меня. Смотрите. Сразу блестит. Ну, шикарный вообще лепесточек. Будем дальше с ним работать. Уберем лепесток полностью. И будем учиться. Круто, мне понравилось. Дальше работаем. Понравилось с ним работать. Смотрите. Она вообще вот это место только оставила. Смотрите, результат какой. Блин, вещь, конечно, шикарнейшая. Кто не знал, что можно его использовать. Как-то купил, положил. И в Ютубе не смотрел ни разу. Всегда, как бы, больше всего я работал с деревом, с железом особо. Ну, приходилось мангалы вот такие делать. Вот. Как бы. Но мало работал. Вот таким лепестком маленьким всегда шкурил я. Либо дерево, либо когда вот делал, обжигал под старину, пользовался. Но вот этой железкой, конечно, ну блин, мощняк. Прям вообще захотелось заново все пройтись, которые я уже и четыре стороны, которые прошелся. Наверное, я буду им еще проходить. Потому что убирать всю ржавчину. Можно спокойно грунтовать и красить. После того, как отшлифовал болгаркой, прохожусь вот таким санитарем от ржавчины. Сегодня принес друг. Вот так выглядит после санька. Два раза все это дело пройдем. После цинкования двух слоев и смытия обильной водой мы начали покраску наших дуг. Первую дугу мы заканчиваем, красим со всех четырех сторон. Получается очень красиво. Надеюсь, ржавчины не будет. На лет 10 она простоит в красивом состоянии. Покрасочные работы, думаю, займет у меня полдня. Сейчас я докрашу, покрашу до обеда, съездю в город и после обеда буду еще продолжать. Все 5 арок, думаю, закончу за сегодня. И предстоит мне еще сделать с отцом еще одну дугу. Хотим чутка увеличить. Поэтому покрасочные работы продолжаются. Мы потихоньку подходим к тому моменту, когда мы сварим низ и будем весь этот каркас собирать. Оставайтесь с нами. С города потихоньку крашу. До обеда успел 2 покрасить. Остальные 3 оставались на улице. Конечно, маленько попали под дождь. Надеюсь, что не окислится, потому что дождь после дождя обычно очень сильно окисляется все. Хотя и сынковал, но кто знает, какой дождь. Поэтому надеюсь на то, что после покраски и после того, как полностью соберем теплицу,
весь каркас не проржавеет. Вот эти именно три дуги. Еще будем одну дугу делать потихоньку. Но сперва вот эти закончу. Надеюсь, краска у меня хватит. Буду потихоньку дальше красить, готовить каркас. Краска ложится очень хорошо. Это меня очень радует. Маленько неудобно, но приходится хоть как красить. Ладно, мы будем дальше продолжать. Как закончим, еще отсниму. Покажу, что будем дальше делать. Всем пока.